Всем привет! Продолжаем рассматривать картины скульпторов, художников. Пауль Вундерлих. Немецкий художник, скульптор, график, работавший большей частью как неосюрреалист. Родился 10 марта 1927 года. В совсем юном возрасте был мобилизован в немецкую армию. Служил при зенитном орудии, затем попал в плен. После окончания гимназии в 1947 году поступает в художественную школу в Гамбурге. Преподает технику литографии и гравюры в высшей школе изящных искусств Гамбурга. На полученный гонорар проводит 3 месяца на острове Ибица в Испании. В 1955 Вундерлих был премирован стипендией Культурного союза немецкой индустрии. После начальной фазы творчества, выдержанной преимущественно в реалистической манере, приблизительно с 1959 года художник вырабатывает постепенно свою собственную характерную концепцию. В 1960-е экспериментирует постоянно с различными художественными направлениями, в первую очередь с искусством модерн, имевшим в Германии наименование «Югенштиль». В 1960-м по приказу Гамбургской прокуратуры были конфискованы его литографии за неприличное содержание. Я цитирую Википедию. В 1985-м все они были возвращены художнику без каких-либо разъяснений. Вундерлих удостаивается молодежной премии в области искусства, что позволяет переехать в Париж и работать в этом городе. Впервые получает возможность жить за счет покупаемых его художественных произведений. В 1963-м возвращается в Гамбург, и до 1968 года он там профессор высшей школы изящных искусств. В 1969-м начинает под влиянием творчества Сальвадора Дали работать над созданием скульптуры из бронзы в сюрреалистическом духе. В 1970-м он выпускает серию литографий по мотиву произведения Дюрера, который перерабатывает как сюрреалист. Эрос, смерть, признанию самого художника – две главные темы его творчества и две темы, наиболее занимающие человека. Член-корреспондент Французской академии изящных искусств 1981 года. Награжден рядом международных премий в области искусств в Америке, в Италии, в Японии. Участник выставки «Современное искусство» «Документа 3» в Касселе в 1964 году. Выставки работ Вундерлиха проходили во Франции, Японии, Бельгии. С 1971 года женат на немецкой художнице и фотографе Карин Шекесси. Выполнил несколько совместных художественных проектов вместе с женой. В его родном городе Эберсвальде открыт музей, посвященный творчеству мастера. Умер в возрасте 83 года. Вот некоторые высказывания о его работах. Полотна Вундерлиха – хитроумное сплетение истории, мифологии, классического искусства и мира сюрреалистических грез самого художника. Шедевр Леонардо, Дюрера, Кранха, Дали он превращает в свой шедевр. Воистину, этот человек живет в своем причудливом, мрачном, таинственном, пропитанном страстью к небытию, мире и переселяет туда других, максимально обезличивает своих героев, сводя их к всеобщему. Ну вот так вкратце из Википедии о немецком художнике, скульпторе и графике, который работал большей частью как неосюрреалист, Пауль Вундерлих. Пока-пока, до свидания.